связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ во всех школах Десногорска приостановлены занятия. В соответствии с постановлением администрации города, карантин продлится с 14 по 22 февраля. Напомним, что карантин в учебных заведениях вводится при условии превышения эпидемического порога. Стоит отметить, что право устанавливать карантин в классе или школе есть и у директора образовательной организации. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора и Главного управления образования региона, если в классе заболело 20% детей, директор школы своим решением может закрыть его на карантин.